Ви заговорили за боязнь того, що Путіна можуть скинути, тобто сам Путін цього боїться. І ви перед цим говорили дуже цікаві речі про ФСО. І я згадала, що бачила одну новину, що у центрі Москви ще 26 жовтня з'явилася бойова техніка та озброєні люди, що у Федеральній службі охорони пояснили проведенням так званих планово-тактичних навчань щодо нейтралізації. Чи тоді почали у Росії вже готуватися до можливого державного перевороту? І що стало приводом для того, щоб вивести в центр Москви бойову техніку і до чогось таки готуватися? Чи була якась причина цього? Причина была очень простая, потому что они системные люди, и раз в год они проводят такие учения. Они раньше проводили эти учения, просто на эти учения раньше они не выводили боевую технику. Эта история была создана для того, чтобы эта картинка прошла по медиа, она прошла по всем каналам телевизионным, про нее написали статьи. То есть она просто Путин напомнил, что его охраняет армия, у которой есть в том числе бронетехника. И все. Это было только для того и сделано, чтобы всем напомнить, что у него есть армия личная, которая называется Федеральная служба охраны. У него есть такая же еще армия, которая называется Министерство по чрезвычайным происшествиям, ситуациям. У нее тоже есть бронетехника. У другой армии Золотова, которые бывшие внутренние войска МВД, которые теперь Национальная гвардия, тоже есть бронетехника. То есть это Путин показывает, что вокруг него есть достаточно структур государственных, вооруженных государственных структур, которые могут его защитить. Вот и все. Это была демонстрация силы. Ничего больше. Пане Сергію, ось ви також говорили про те, що якби в Російській Федерації вся ця система, вона вже давно спрацьована, всі знають, як це робиться, починаючи від Путіна, закінчуючи там губернаторами, якимись нижчими чиновниками і тому подібне. Ось, якщо в один день Путіна не стане, чи рухнеться система, чи все-таки залишиться стояти? І ось фактично на її верхівці, можливо, поміняється обличчя, а по факту все залишиться таким самим. Система, кстати, может сохраниться. Я в этом могу с вами чуть-чуть не согласиться, потому что как раз главный разрушитель системы является сейчас Путин. Потому что то, что он начал 21 и 24 февраля войной в Украине, это является последний акт разрушения собственной системы. Путин начал суицида, да? То есть он начал самоубийство. Он идет целенаправленно к разрушению всей той системы, которую он создавал 20 лет. И ничего другого из этого не получится, пока Путин будет у власти. Он разрушит это государство, он разрушит собственную систему. А вот если его не будет, вот тогда она, кстати, может сохраниться. Да, хотя вопросы, конечно, остаются, потому что есть еще центробежные тенденции в регионах, то есть ну, много чего может там возникнуть. Может быть, борьба внутри полюса власти, потому что Путин в этом смысле тоже хорошо организовал власть, она многополярна. Путинская вертикаль не монолит, она всегда была многополярной, и Путин всегда выступал как арбитр последний в этой вертикали. И вот когда этот арбитр уйдет, то на место него, ну, во-первых, формально, конечно, придет другой арбитр. Да, у нас есть все-таки в Российской Федерации какая-то там конституция, значит, по конституции премьер-министр становится исполняющим обязанности президента, в течение 3 месяцев должен он назначить выборы, но, кстати, он может и не назначать никакие выборы, потому что Российская Федерация сейчас находится в состоянии военного положения, а когда на состоянии военного положения, то замирает политическая жизнь. И по этому поводу они могут сказать, пока идет война в Украине, у нас вообще приостанавливаются все политические механизмы, которые существовали для этого. И все. И исполняющие обязанности. А знаете, исполняющие обязанности может быть человек и 10 лет. Никаких проблем.